режиссер Рафаэль Гомес. Ну так что, крестник, что за важную новость ты должен мне сказать? Если это то, о чем я думаю, то она прозвучит для меня как музыка. Я рад, что ты так интересуешься моими делами и поможешь мне принять решение. Сантьяго, простите. Вам не кажется, что если вы хотите сказать Дону Патрисио нечто важное, то нужно подождать более подходящего случая? Селеста, не думаю, что предоставится более подходящий случай. Здесь мой крестный, ты и я. Поэтому я и говорю. Лучше подождать и сказать ему об этом, когда вы будете одни, без посторонних. Скажи мне вот что, мерзавка. Кто тебе сказал, что я интересуюсь твоей сестрой? Никто не говорил. Но если вы посмотрите на мою сестру, то поймете, она вовсе не дурна. Ты ошибаешься на мой счет. Даже если предположить, что мне понравится твоя сестра, я не освобожу дорогу тебе и Аспуро. Значит, вы соревнуетесь с Аспуро? Называй как хочешь. Но я не позволю, чтобы Аспуро, который абсолютно ничего не сделал, остался бы с богачкой, а я с бедной. Вот что, дорогая. Если однажды я решу наладить отношения с твоей сестричкой, то это будет тогда, когда я захочу. И тогда, когда у меня появится желание. Понятно? Именно так, Сантьяго. Я считаю, что вы должны хорошо подумать, прежде чем что-то сказать. Селеста, но... Селеста права. В жизни есть ситуации, которые требуют времени. И мне кажется, Селеста хочет сказать тебе нечто важное. Не думаю, что я ошибаюсь. Правда, Селеста? Извините. Спасибо. Как это не подходящий момент? Самый подходящий. Не понимаю. Мы же были втроем. Нет, Сантьяго. Я знаю, почему я это сделала. Так объясни. Я абсолютно ничего не понимаю. Значит, ты водитель. Конечно, конечно. Я занимался этим до того, как приехал сюда. Так зачем ты приехал? Личные дела. Интересно. Посмотрим, годятся ли колумбийцы для такой работы. Конечно, конечно, я вас слушаю. Проверим его, ребята. Здесь этого никто не избежал. Ну тогда приступим, приятель. Смотри. Видишь тот зеленый грузовик? Конечно, конечно. Ты берешь ананасы, папайю и апельсины, загружаешь в грузовик, только сделать это нужно побыстрее. Давай. Шевелись, шевелись. Хорошо, хорошо. Итак, ребята, сегодня никто не работает. Дорогая. Жизнь моя. Я самый счастливый мужчина на свете. Я уже решил, что ты не хочешь выходить за меня замуж. Ты ошибаешься, Андрес. Да. Я мечтаю выйти за тебя замуж. Это мы еще посмотрим. Со мной играть нельзя.
Нет. Селеста, вот этого я тебе не позволю. У меня все преимущества. Ты можешь говорить без обиняков, Мария Селеста? Скажи, наконец, что происходит? Я скажу вам правду, Сантьяго. У Дона Патрисио слабое здоровье, и он не выдержит таких сильных эмоций. Думаю, еще слишком рано говорить о том, что мы жених и невеста. Кто знает, как он на это отреагирует? Как будто мы ему скажем, что Ирания не его внучка, что все это ложь. Ты можешь объяснить, как следует, Мария Селеста, потому что я абсолютно ничего не понимаю. Разве ты сама не хотела, чтобы я всем сказал, что люблю тебя? Да, но... Дело не в этом, Сантьяго. Если бы я вас искала для оказания помощи, то я бы уже умерла. Сделайте одолжение, идите к маме. Она давно вас ищет, Селеста. Идите же. С вашего позволения. Значит, у твоего шефа роман? Ну, расскажи нам все подробней. Мне кажется, это серьезно. Да? Да, дорогая. Я не знаю, откуда она взялась. Она появилась здесь, и у шефа выросли крылья. Значит, это незнакомка. Да. Я никогда ее раньше не видела. Странно. Мне кажется, что она не здешняя. И как же зовут эту счастливицу, которая завладела сердцем твоего шефа? Вспомни. Подожди, сейчас вспомню. Мария Селеста. Кажется. Вы меня звали, мама? И ранее сказала, я вам нужна? Нет, дорогая, я ей ничего не говорила. Она что-то перепутала. Может, и ранее заметила, что вы шьете, и без меня вам не обойтись? Ей столько всего нужно. Селесте, она неплохая и очень вас любит, но... Дело в том, что ей было очень нелегко. Нам тоже. Видите ли, у вас есть закалка. Вы подготовлены к жизни и можете бороться. Она же совсем другая. Ирания всегда хотела иметь намного больше, чем я могла дать ей. Да. Ирании всегда нравились дорогие вещи. Она презирает нищету. Да, это так. И сейчас она такая счастливая. Берет то, в чем жизнь отказывала ей. Никто не заслуживает бедности, дочка. Никто ее не выбирает. Вы меня понимаете? Налей мне и выпей со мной, Тиберио. Выпьем за то, что счастье выбрало именно меня. Дон Патрисио, можно узнать, почему вы так радуетесь? Со мной моя внучка. Она меня обожает. Кроме того, она влюблена в моего крестника Сантьяго. Ты считаешь этого мало? Откровенно говоря, Дон Патрисио, это несколько странно. Мне кажется, она просто ошеломлена новой жизнью. Они же только что познакомились с Дон Патрисио. Откровенно говоря, я не думаю, что Ирания хорошо понимает, что с ней происходит. Я в этом просто уверен. Она Идальго. А у Идальго всегда есть четкое направление в жизни. Ирания очень умна. Она выбрала Сантьяго. Я благословляю этот союз. Таким образом, мое состояние окажется в руках самых дорогих мне людей. Любовь
Это солнце жизни, Тиберио. Ты так не считаешь? Советую попробовать. Может, после этого у тебя изменится мрачное выражение лица. Я не собираюсь оставаться каменным гостем на этом банкете. Мама, скажи, ты смогла помочь Самарио? В чем? Как в чем? Относительно работы. Работа? А что же еще? Тебя так интересуют безработные? И потом, когда ты видела, чтобы твоя мать с чем-то не справилась? Мама, значит, Самарио не уедет? Ты нашла ему работу? Да? Я же тебе говорю, разумеется, да. Мамочка, ты самая прекрасная мама на свете. Ты потрясающая мама. Ты супер-мама. Послушай, что я тебе скажу. Знаешь, зачем я это сделала? Он должен принести мне деньги за пансион. Скажи мне вот что. У кого он работает? Ты нашла ему хорошего шефа? Отличного, дорогая. Он хороший человек, добрый. Самарио в надежных руках. Мамочка, спасибо. Ну вот. Готово, патрон. Дорога освободилась. Можно ехать. Куда? Этот грузовик пойдет в Сан-Кристобаль, ясно? Иди сюда, колумбиец. О чем вы говорите? Иди сюда, видишь? Это грузовик, который пойдет в Гирию. Он пустой. Возьми тот груз и загрузи его сюда. Ты делаешь это очень хорошо. Скажи, тебе нужна помощь? Конечно, конечно. Вот это мне нравится. Тебе не нужна помощь. Ну так, вперед. Конечно. Вы всегда идете по жизни в одиночку? Человек всегда одинок. Или нет? Не становитесь философом, доктор Аспуруа. Я говорила об обществе женщины, невесты. Это что, консультация по чувствам? Нет, назовите это женским любопытством или интересом. Может, я вмешиваюсь не в свое дело? Тебе виднее. Но не стоит говорить обо мне. Это скучно и неинтересно. Очень интересно. Я хочу, чтобы мы получше узнали друг друга. Сантьяго, скажите, кто-то из женщин нравится вам? Я слышала разные разговоры. Свекровь, это ужасно. Вы не представляете, что я испытала. Я теряю сознание. Дочка, ради бога, почему ты такая расстроенная? Я только хочу, чтобы ты мне сказала, кто такая Мария Селеста. И что еще хуже, какое отношение она имеет к моему пупсику. Мама, я знаю, что вы сделали для нас все. Не нужно ничего объяснять. Я понимаю ваше отчаяние и недовольство Ирании. Значит, вы можете понять то, что она чувствует. Ведь теперь она наследница огромного состояния. Да, я понимаю. Ей очень трудно. Ей бы хотелось забыть ту простоту и ту скромную жизнь, которая была в Колумбии. Наоборот. Это она пригласила нас сюда, чтобы мы могли разделить с ней богатство. Она хотела вытащить нас из нищеты. Я уверена, что у вас есть выбор. Представляю, сколько женщин бегает за вами. Прошу тебя, Ирания. Вы не только симпатичный, привлекательный, любезный, но и скромный. Одним словом, настоящий мужчина. Ирания, ты меня извини. Но я вспомнил, у меня встреча в офисе. Причем очень важная, так что я должен идти. До свидания. До свидания.
Я не понимаю, как твой сын и мой пупсик может так себя вести? Ты ведь меня знаешь, сколько я ждала от него. И появляется какая-то Мария Селеста и отнимает его у меня. Бесцеремонно и нагло. Я устала. Больше того, секретарша говорит, что он в нее влюблен. Этого не может быть. Мой глупый сын влюбился в Марию Селесте. Но нет, другая наследница станет женой Сантьяго. Я на все способна. На все, свекровь, чтобы вернуть любовь моего пупсика. И знаешь, я тебя предупреждаю. Мой пупсик никогда не достанется Марии Селесте. Запомни. Нет, дорогая, ты ничего не сделаешь. Предоставь все мне. Я тебе обещаю. Сантьяго ни за что не достанется Марии Селесте. Серьезно? Я могу на тебя рассчитывать, свекровь? Ты прелесть. Он не станет твоим, Мариу. Ты ему уже не нужна. Ирания. Ирания Аспура. Я тебе обещаю. Что случилось, доктор Аспура? Ничего, ничего. Мне показалось, что вы что-то ищете или от кого-то прячетесь. Нет, я ни от кого не прячусь. Я ищу Марию Селесте. Вы ее не видели? Думаю, здесь вы ее не найдете, но... Не нужно. Я уже ухожу. Октавия? Вы здесь не видели доктора Аспура? Доктор Аспура только что ушел. Кстати, он был какой-то странный. Как будто от кого-то прятался. Вы не знаете от кого? Он влюблен. Что вы сказали? Ничего. Продолжайте работать. Сантьяго уже уехал. Селеста, правда, он отличный парень. Такой галантный. Как он вам? Я считаю, что он очень вежливый, элегантный и кажется хорошим человеком. Селеста, о чем вы говорите? Я еще никогда не встречала такого обходительного, такого воспитанного человека, как он. Всякий раз, когда я вижу его, мне кажется, что это происходит во сне. А у меня уже немалый опыт за спиной. Я уверена, любая женщина, которой достанется Сантьяго, окажется в выигрыше. Селесте, я вам признаюсь, я влюблена в Сантьяго. Но плохо то, что он меня не любит. Нет, Арасио, нет. Оставь в покое Селесте. Твоя цель — ее сестричка Ирания. Понятно? Но не Селесте. Ты меня понял? Это означает, что тебе достанется карачок. Возможно. Но если ты не справишься с Иранией, мы до конца наших дней будем питаться объедками. Кроме того, посмотри, что происходит. Аспуро уже опередил тебя. Он очаровал ее. И в любой момент женится на ней. А мы с тобой останемся с носом. Ты меня понимаешь? Дядя, не думай, что Ирания глупышка, которая полезет в пасть к волку. Рад, что ты такой наблюдательный. Но садись, садись. Я хочу, чтобы ты понял одну вещь. От тебя многое зависит. Ты помешаешь этой свадьбе. Все остальное я беру на себя. Как ты это сделаешь? Арасио, займись своим делом. Моим я займусь сам. Если хорошо посмотреть, моя сестра немного дерзкая. Она не только симпатичная, но и решительная. И характер у нее не сахар. Алло? Алло? Андрес? Андрес, это Сантьяго.
Послушай, у меня отличные новости. Как хорошо, Сантьяго, потому что у меня тоже есть сюрприз для тебя. Что если мы встретимся и поговорим? Хорошо. Увидимся там. Пора уже стать взрослой. Я выхожу замуж, и это навсегда. Что? Неужели ты так поступишь с ним? А потом будешь изменять ему? Каролина, расскажи, как твои дела, как жизнь, чем занимаешься? Все хорошо. Насколько я вижу, не очень. Знаете, матушка, иногда мне кажется, что я скучаю по всему этому. По покою, тишине. Улица кажется мне слишком шумной. И у тебя нет желания страдать дальше. Не так ли? Очень хорошо, девочка моя. Послушай, Амелия, это твой дом, он всегда был твоим. Так что ты можешь вернуться, когда захочешь, но с высоко поднятой головой и улыбкой на устах, уверенная в том, что тебе не нужно то, от чего ты отказываешься. Это дом Господа Бога нашего, дом успехов, улыбок, но не катастроф. Мария Селеста, это будет ужасно, если Сантьяго меня не полюбит. Я способна на все, на любое безумие. Ирония, о чем вы говорите? Вы его почти не знаете. Как вы можете? Конечно, могу. Я имею право. Просто вы никогда не были влюблены. Или, может, были, Селеста? Нет. Разумеется, нет, Ирония. Просто я могу себе это представить. Глупости. Знаете, в чем дело? У вас не такой характер, как у меня. У меня более пылкий темперамент, понимаете? Ваша любовь тихая, у меня же наоборот, страстная. Я люблю безумно, Селеста. Я способна даже умереть. Я могу покончить с собой. В чем дело, Мария Селеста? Что с вами? Ничего, Ирония. Просто здесь я чувствую себя очень плохо. Я никому не нужна, ничего не делаю. И неудобно. Селеста, вы мне не доверяете. Сестричка, что вы хотите? Вы в моем доме, а значит, в своем. Вам нужны деньги? Нет, Ирония, правда. Я хочу съездить в пансион. Хорошо, поезжайте, Селеста. И передайте от меня привет всем, кто там живет. Возьмите шофера. Хорошо. Вы очень добры. Спасибо. Не за что, сестричка. Это только начало. Добрый день, сеньор Арминия. Как дела? Однако, что я сделала ей? Почему она так со мной обращается? Что происходит с моей красоткой? Я пришел за тобой. Мне велели отвезти тебя, куда ты захочешь. Идем, пошли. И смени выражение лица. Проходите, сеньора Арминия. Хотите что-нибудь? Может, кофейку? Нет, спасибо, я ничего не хочу. Вернее, да. Найдите Иранию и скажите ей, что ее спрашивает сеньора Арминия Аспуруа. Хорошо, сеньора. Сейчас. Алло, Эммануэль. Пожалуйста, позови Марию Селесту. Сеньорита нет, доктор. Она уехала с шофером. Хорошо. Нет проблем, я позвоню потом. Спасибо. Сантьяго? Андрес, как дела? Садись. Ладно, рассказывай мне историю любви, но без кофе. Давай закажем по рюмочке. Хорошо. Сеньорита, почему ты не скажешь, что с тобой? Чем я могу тебе помочь? Хотите помочь? Но в чем? Во всем, дорогая. Например, разобраться с твоей сестренкой, той девочкой, которая выросла с тобой. С моей сестренкой? Арминия, простите, но, честно говоря, я вас не понимаю.
Дорогая, видно, что тебе не хватает опыта. Ты добрая душа, бедная и наивная. Ты что, не поняла, что эта девочка, Мария Селесте, отнимает у тебя моего Сантьяго? Ведь ты этого хотела так же, как и я. Чего ты боишься? Себя? Боишься отдаться тому, кого действительно желаешь, тому, кого любишь? Не лишай этого ни себя, ни меня. Знаешь, ты омерзительный эгоист. Ты просто использовал меня. Ты коллекционируешь людские слабости только для игры, для собственного самоутверждения. Сеньор режиссер. В чем ваша проблема? Может, у вас есть сомнения относительно своих мужских способностей? Думаю, я тебе продемонстрировал свои мужские способности. Что? Тебе так понравилось, что теперь ты хочешь меня ранить? Да, было неплохо. Но признаюсь тебе, то, что произошло, не имеет для меня никакого значения. Это грустное, позорное, холодное воспоминание. Но я это пережила. И знаете что, сеньор режиссер? Вы отлично преподаете пороки. Возьмите. Я ухожу из театра в связи с браком. Через месяц я выхожу замуж. Всего доброго, сеньор режиссер. Мария Селеста, как ты? Как вы велят? Тетя, вы мне очень нужны. Дорогая, мне так плохо. Не грусти. Расскажи мне все. Ты знаешь, что всегда можешь рассчитывать на свою тетю. Так вот, впервые меня кто-то заинтересовал. Я себя чувствую подростком. Хочу писать стихи, покупать цветы. Хочу полностью отдаться этому человеку. Я даже немножко смешон. Ну что ж, Сантьяго, это нужно отметить, брат. Устроим большой праздник, ведь впервые кто-то привлек твое внимание. Нет, нет, не только это. Знаешь что, Андрес? Я влюбился по-настоящему, как никогда. Дочка, ты должна меня поздравить. Я только что спасла твоего брата Сантьяго. О чем ты говоришь, мама? Дорогая, я предотвратила трагедию, катастрофу, смерть при жизни. Скажи, наконец, что произошло? Я помешала ему совершить худшую ошибку в его жизни. Он мог жениться на нищенке. Дорогая, что случилось? Что с тобой? Через месяц я выхожу замуж. Объясни. Скажи, что значит ты влюбился по-настоящему? Как это? Нет, нет, не смейся. Все так. И не только это. И ранее сестра Селеста такая странная со мной. Странная? Как это? Да-да, она странная кокетка. Странная кокетка? Объясни. Объясни. Черт возьми, Андрес, ты как с куста упал.
Что мне кажется? Да. А почему мне должно что-то казаться относительно вас? Не знаю. Из-за близости. Вы говорите о близости? Да. Почему нет? А вы не знаете, почему? Это зависит. Зависит от чего? От тебя. Только от тебя. Сейчас все встало на свои места, Мануэль. После стольких лет, наконец-то моя внучка со мной в моем доме. Кроме того, Сантьяго полностью солидарен со мной и с моей внучкой. Она от него в восторге. Мне так не кажется, Дон Патрисио. Как это так? Для меня этот союз – настоящее чудо. Сантьяго мне как сын, а она моя внучка. Так что, в чем проблема? Проблема в том, что насильно мил не будешь. И, честно говоря, это было бы некрасиво. Я считаю, что в наши годы роль сводни нам совсем не к лицу. Шах и мат, Дон Патрисио. Мы были на пляже. Он говорил о небе, о волнах, о море. И обо всех поцелуях, которые он для меня хранил все эти годы. И что ты сделала? А что, по-твоему, она могла сделать? Поверила ему, Виолетта. Это единственное, что я могла. Поверить. Когда я увидела себя отраженной в его взгляде, увидела его улыбку ребенка, я растаяла, как сахар. Думаю, это и есть любовь. Я знаю, что люблю Сантьяго. Я готов отдать жизнь ради этой девушки. Пусть моя жизнь закончится вместе с последним поцелуем, который она мне подарит. Я люблю ее, и это такая же правда, как этот дом. Какой там дом? Дорогой, тебе плохо? Этот фильм я уже видел. Я знаю, что мне плохо. Послушай, друг, давай сделаем вот что. Сейчас ты спокойно пойдешь домой, в темноте, чтобы избежать проблем. Ты уже достаточно выпил, ты прав. Но весь вопрос в том, что мы с тобой знаем, что дом зиждется на любви женщины. Конечно. Это священное животное убивает тебя своим отказом. У тебя перехватывает дыхание, и ты не можешь дышать, когда ее нет рядом. Она клеймит все твои кости и вползает в душу. Но ее нет. Ты не подумал о том, как это воспримет твоя мама и тот же Дон Патрисио? Да, я думал об этом. И знаешь что? Я готов на все. Если придется противостоять им, я это сделаю. Если даже придется кричать об этом, я в этом уверен. Это уже решено, брат. Но мы обречены. Я не хочу, чтобы Ирания страдала. Она заслуживает всего этого. А ты? Разве не заслуживаешь счастья? Если ты действительно любишь Иранию, если ты ее любишь как сестру и хочешь лучшего для нее, ты должна бороться за любовь Сантьяго. Вы не понимаете, тетя. Она его любит, и если я вмешаюсь, она способна... Но если ты пожертвуешь своей любовью, ты пожертвуешь и ее любовью тоже. Послушай, давай говорить прямо. Иране нужна настоящая любовь, а не даренная. Любовь, которой пожертвовали. Если ты действительно хочешь для нее лучшего, ты должна бороться за любовь Сантьяго. Я знал, что ты этого хотела, Иране. Вот увидишь, как нам будет хорошо. Орасио, вы считаете, что можете свести женщину с ума и превратить ее в свою рабыню? Конечно, куколка.
Позволь мне доказать тебе это. Нет, не мне. Если не тебе, тогда кому же? Моей сестре, которую вы должны соблазнить. Марии Селесте. Твоей сестре? Почему? Это будет первая ваша работа, которую вы сделаете для меня. Надеюсь, вы справитесь. Если ты действительно любишь Иранию и любишь его, ты должна бороться за свою любовь. И вы трое будете счастливы. Что делать? Что мне делать, Господи? Помоги мне. Сюда, пожалуйста. Ее окно наверху. Это ее окно. Сантьяго. Все-все. Сантьяго, сюда-сюда. В чем дело? Я считаю, что мы поступаем неправильно. Это безумие. Ты знаешь, какой характер у Дона Патрисио? Меня не волнует характер крестного. Меня привела сюда любовь, брат. Ты знаешь, как зовут мою любовь? Как? Мария Селеста. Давайте, любовь на берегу. Начните с этой серенады и вложите в нее всю любовь. Серенада? Здесь? Боже мой, лишь бы это не Самарио. Только ему может прийти такое в голову. Что это такое? А где Мария Селеста? Ее нет. Это серенада. Но кому? Мануэль. 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 Добрый вечер, сеньор. Какой там добрый? Ты мне можешь сказать, что это за скандал? Похоже, речь идет о серенаде, сеньор. Только это, и кроме того, ее заказал ваш крестник. Серенада в моем доме. Но для кого? Не знаю, сеньор. Зато я знаю. Помоги мне одеться. Это для моей внучки. Помоги мне. Это для нее. Для нее. Что это? Я уверена, что это для Селесты. Уверена, что это для нее. Я тебе не позволю, Селесты. В моем доме, у меня под носом. Посмотри, Сантьяго. Сантьяго. Она не выходит. Я считаю, будет лучше. Ты ничего не считаешь. Мария Селеста. Мария Селеста, выйди, пожалуйста. Я хочу, чтобы все узнали, что я люблю тебя. Мария Селеста. Мария Селеста. Что вы здесь делаете? Я думал, что ты наверху. Ненавижу ее. Ненавижу. Я хочу, чтобы вы ушли. Сделать одолжение. Прекратите этот скандал. Но, Мария Селеста, все это ради тебя. Я хочу, чтобы все узнали, что я люблю тебя. Что между нами... Между нами ничего нет. Ничего. Пожалуйста, забудьте обо мне. Забудьте, что я существую, что я есть на свете.
Сделайте одолжение, уйдите. Все закончилось. Телекомпания «Веневисион» представляет.